Центр природопользования и окружающей среды подвел итоги работы за прошлый год. За этот период в Ненецком округе было выявлено вдвое больше нарушений в области охраны охотничьих ресурсов. А вот на охрану водных биоресурсов сотрудники казенного учреждения совместно с представителями правоохранительных органов выезжали 61 раз. Большая часть рейдов приходится на летний период. 5 раз природоохрана добиралась к месту проведения оперативных мероприятий с использованием авиатранспорта. Подробности прямо сейчас. В рамках охотничьего надзора за год было составлено 22 административных протокола. Решение мирового суда 14 граждан лишены права осуществлять охоту на срок от 1 года. Еще 7 нарушителям назначены штрафы на общую сумму 19,5 тысяч рублей. 2 уголовных дела заведены по факту незаконного отстрела лося. Полиции изъяты 4 шкуры животного. Что касается незаконной добычи водных биоресурсов, по итогам проведенных рейдов их выявлено 6 фактов. К административной ответственности привлечено 48 граждан. Изъято 100 экземпляров рыбы и 98 орудий лова общей длиной 10 километров. Большая работа была проделана казенным учреждением, когда у нас был в том году контракт по выявлению Нельмы для того, чтобы вывести ее из Красной книги. То есть они большой труд приложили. У нас есть межведомственная рабочая группа, в которую входят практически все представители силовых структур, которые выезжают в акваторию, скажем так, на наши реки, для того, чтобы пресечь нарушения, связанные с незаконным выловом рыбы. Это приносит свой эффект. Не всем это нравится, может, в первую очередь и рыбакам, которые нарушают. Положительной динамики удалось добиться и в сфере контроля за особо охраняемыми природными территориями. Здесь количество административных протоколов составило 15. Учреждение также занимается надзором в сфере недропользования и охраны окружающей среды. Вот эти задачи, которые стоят перед казенным учреждением, мы отрабатываем. С этой целью, может, с трудом, но мы пытаемся создать лабораторию, которая будет иметь законную возможность проверять воздух, землю, почву, нарушения, которые с этим связаны. И это позволит, скажем, более эффективно защищать территорию Ненецкого автономного округа от экологических нарушений, катастроф, не дай бог, конечно. Животный мир, водные биологические ресурсы. Общее финансирование Центра природопользования в этом году составит порядка 50 миллионов рублей. В планах казенного учреждения приобретение судна на воздушной подушке для контроля за состоянием окружающей среды в период межсезонья. Этот вопрос будет вынесен на рассмотрение окружных депутатов на ближайшей сессии. В завершении отчетного совещания было принято решение разработать целевые показатели деятельности казенного учреждения, по которым будет оцениваться его работа по итогам 2019 года. Александра Литкова, Леонид Шишилов, телеканал «Север».